приехал снова в Даугавпилс. Оставил фуру вот в таком месте интересном. И сейчас пойду прогуляюсь по Даугавпилсу. Во второй половине дня пойду на спидвей на стадионе Локомотив в Даугавпилсе. Будет сегодня спидвей. Ну, что делать? Пойду посмотрю. Это вроде солнце тут среди туч начинает проявляться. Будет опять жара. Стояночного кондиционера нету. Будет в кабине жарковато, поэтому лучше пойду прогуляюсь. Так, друзья, вот стадион Локомотив в Даугавпилсе. И вот я приобрел билетик на сегодняшнее мероприятие. Приобрел заранее, потому что, как мне сказали, перед началом бывают длинные очереди. А сейчас с коллегой, с напарником пойдем немножко прогуляемся по городу. А вот, друзья, пока гуляю по Даугавпилсу, подошел к этому вагончику, к этому трамваю. Мимо него очень часто тут проезжал по этой дороге, когда доставлял грузы в Даугавпилс. Ездил как в ту сторону прямо, так и тут направо. Ну вот, раз выдалась такая возможность тут подойти поближе, его заснять, то почему бы не воспользоваться? Ну, вот такой старенький стоит трамвайчик. Ну что, вот мы с вами и на стадионе Локомотив. Там у нас трибуны под крышей. А здесь крыши не будет. И в этой стороне буду находиться я. Там уже слышны звуки моторов. Так что скоро-скоро начнется все это мероприятие. Будем с вами наблюдать за спидвеем. На стадионе можете купить сухарики, чипсы, какие-то еще там вкусняшки дальше. Ну и также пиво. Отправляемся с вами на наши места, которые мы приобрели, где будем сидеть и наблюдать за спидвеем. Вот такая, собственно, трасса. Судьи там, я так понимаю, стоят, медработники. И все уже потихонечку готовится к старту. А вот трибуны. Не совсем такие полные, но все-таки на одну треть, наверное, на одну четверть заполнены. Говорят, ребята, будет больше посетителей. Как бы еще до старта минут 30-40. Ну, посмотрим. Так, теперь поднимаемся по ступенькам, чтобы занять определенную высоту. Вот 10-я высота. Это то, что нужно. Идем занимать места. Вид отсюда будет нормальный. Думаю, все с вами увидим. Еще, ребята, разминки. Сами гонки начнутся немножко позже.
все еще тренировки, ребята, все еще тренировки. Заезды официальные все еще впереди. Минуточку терпения. У нас в гостях команда Израилевича. Есть небольшие изменения в программах. Под первым ставки номером 7 местные поездки. Второго номера не будет в составе гостей. В нашей команде под 12 номером Эрнест Матюшонок, а под 16 номером Никита Каулевич. Напоминаю, что на нашем телеграм-канале Локомотива ЛВ проходит конкурс прогнозов от нашего партнера Трода ЛВ, где вы можете угадать счет гонки или выиграть подарочную карту в магазин автозапчастей. Ребята, мне, короче, только что сказали, что еще перед стартом, оказывается, будет парад пилотов. Я вообще в шоке, посмотрите. Пилоты, которые будут участвовать в этих соревнованиях, садятся на эвакуаторы. Их везут, и они будут приветствовать трибуны болельщиков.
зашибись, таким шаром завершился этот заезд. Первым на сцене шагом идет Владимирский, вторым Ричард Толсвесовец, третьим Мартин Балай. Thank you.
будет пара Локомотива. Бойца потеряли, теперь они стартуют втроем. А четвертый из-за того, что вылетел, он дисквалифицирован из этого заезда. Я тоже люблю Локомотива.
4. Заезд прибыл в ворота. И последний был Артем Юхнов. Итоговый счет гонки 57.33. А время заезда 71.93. Все, друзья, вот и закончился спидвей. Как я понял, Локомотив победил. Ну что, друзья, команда Локомотив выиграла. Вот они находятся с той стороны. Их поздравляют болельщики с победой. Так, ну а насколько я понял, то меня пригласили, скажем так, за кулисы. Посмотрим, получится ли или нет. Так что, возможно, сейчас покажу вам, как это все выглядит изнутри. Короче, ситуация такая. Там ребята сейчас раздают автографы. Пытаемся пробиться как бы к ним. А удастся ли попасть туда в боксы к ним? Посмотрим, получится ли или нет. Ребята раздают автографы, фотографируются с болельщиками на их телефоны. Желающих взять автограф или сфоткаться очень много. Посмотрите, ребят. Целая толпа болельщиков пришла, чтобы взять автограф или сфотографироваться с ребятами. Вот это 14-й, я знаю его наизусть. Это 14-го, это 13-го у него. Сейчас весь состав просто. А вот, ребят, Матюшонок, с которой упал в заезде, видите, идет, хромает как-то. Это не живот, надо. Тоже пришел порадовать своих болельщиков. Такое, если честно, вижу в первый раз, сколько был на футболе, на всяких-всяких разных спортивных мероприятиях, но чтобы вот прям так приходили спортсмены, раздавали автографы, фотографировались, как бы это в первый раз такое. Ну, собственно говоря, я первый раз на спидвее, так что для меня это прям целый такой, я бы сказал, спектакль. Все в новинку. Так, сейчас смотрю, где там мои ребята, которые говорили, может быть, если получится, удастся прорваться к ним в боксы. Ну, посмотрим, как там получится.
Ребята, я думаю, это видео заслуживает, чтобы вы поставили большой палец вверх. Подписывайтесь на канал обязательно. Тут еще впереди целая толпа ждет, пока команда дойдет, чтобы дать свои автографы, сфотографироваться. Ребята уже полкруга прошли, фотографировались, давали автографы и продолжают это делать. Вот это один из команды остался. Сейчас с ним тут фотографируются. Не отпускают просто так, ребят. Все равно сфоткаться, поставить автограф. Вот через этот выезд гонщики выезжали на трек и наворачивали здесь круги. Вот на той трибуне я сидел, оттуда снимал. Вот, ребят, посмотрите, уже ребята после гонки загрузили, поставили в трейлер. Вот на этой технике ребята там боролись за победу. А вот ребята, соперники, которые с Локомотивом боролись. Вот они уже тоже сложили свою технику. Готовятся к отъезду. Складывают все вещи. Вот посмотрите тоже, какая техника, какие колеса. Слишком сильно там разобрать как бы ничего особо нельзя, но... Хотя бы так. Вот мне разрешили тут немножко прогуляться по боксам, заснять это все дело изнутри. Ну ладно, мне главное показать, какая у нас техника тут. Первый раз, до свидания. А где твой? Это два моих. А, это оба твоих, да? А вы как-то их, ну, ты как-то их делишь в какие-то? Боевой запасной, да. А на котором, на этом? Ехал? Да. На обеих. А, на обеих ты ехал. Вот, ребят, смотрите. Это матюшонок, если я правильно понял. Это вот его техника, оба мотоцикла его. Ну, вот. Один запасной. Один, как бы, его, как сказать, основной. Другой запасной. Но говорит, как бы нормально, он как бы ходил, давал как бы там автографы и фотографировался, как бы хромал. Я думал, это после этого падения, но как он сказал, что говорит, нет, это он до этого уже как бы хромал. Так, а вот как мне сказали, вот этот парень в белой майке, это самый лучший гонщик как бы в Латвии по спидвею. Вместе, да? С двух сторон. Тоже вот фотографии, видео, автографы. Спасибо ребятам за такую возможность. Ну что, ребят, скажите, вам понравилось? Мне, если честно, очень, потому что я был первый раз на таком мероприятии, как мотоспидвей. Мне, если честно, очень зашло. Я сколько раз по вот этой вот дороге проезжал оттуда, туда и оттуда, туда. Несколько раз видел, вот где впереди там вывеска, что будут здесь проходить гонки по мотоспидвею. Сколько раз, говорю, я это замечал. И все время хотел добраться до Даугавпилса, чтобы попасть на эти гонки. Вот видите, как сложилось, что вот в итоге все-таки я оказался здесь. Так что еще раз говорю, если вам это также зашло, как и мне, ставьте обязательно большой палец вверх, подписывайтесь на канал и до следующего видео.